Двусторонняя встреча президентов Грузии и США на саммите НАТО – своеобразный сигнал. Это еще раз указывает на важность подобных форумов. В рамках встречи будут обсуждены очень важные вопросы, в том числе конкретные документы и решения. Мы надеемся получить на саммите в Лиссабоне четкий сигнал о том, что Грузия станет членом НАТО, а также еще раз услышать то, что было сказано на Бухарестском саммите. Все очень ценят вклад Грузии в миротворческую операцию в Афганистане. Стабильность в этой стране отвечает нашим национальным интересам. Грузия не только потребитель, но и поставщик безопасности.